фильмом, который мы сегодня снимаем, как у нас дети отдыхают. Мы сегодня в ботанический сад приехали. В Грузии, да. В городе Батуми. Да. У нас там море виднеется. С детками, да? Да. Да, Милашка взяла своих любимых друзей. Кого ты взяла, Миланушка? Я взяла Лалалусю, Микки Мауса, Лялечку, Зайчика и девочку. И еще одну девочку. Классно! Милочка, давай поиграем в прятки. Давай. Да, давай, точно, давай поиграем в прятки. Я хочу в прятки, берите меня в прятки играть, я тоже хочу. И мы с подружкой хотим играть в прятки. Хорошо, дети. Хотят в прятки играть, Миланушка? Да. Что, будем в прятки играть с ними? Да. Ну, давай. Вы будете прятаться, а я буду считать. Хорошо. Все, я пошла. Я считаю до 10, не могу до 10. 1, 2, 3, 4, 5. Я иду искать, кто не спрятался. Надо пошевеливаться. Надо бегом бежать. Ой, точно, ты чего сидишь, расселся. Беги быстрее, а то тебя сейчас Милашка поймает. Бегом надо бежать. Быстро, бегом. Ой, я плохо кажу, я еще нужно поторапливаться. Бежать. Так. Ну что, вы себе спрятались? Где же они спрятались? Может, там? Нет. Там можно? А там? Нету. Идем. Нету. Рано. Пойдем дальше. Ой, нашла меня такая, ты молодец! Милашка, ты такая супер! Так, малыш, я пойду, а ты посиди. А я пойду искать. Хорошо, посижу здесь, хорошо, Милаша. Нашла! Ой, привет, Мини! Давно тебя Милашка нашла? Не надо идти, потому что то будет ночь, и потом я буду. Сиди. Я пойду. Хорошо, мы посидим. Спасибо, Миланушка, что ты меня нашла. Так, сидите все, что будет темно, а вы тут сидите, а я дальше пойду искать. Вот он. Ой, зайчик, мы тебя еле нашли, тут прям такой обрыв, прям камни сыпятся.
Ой-ой, ты прям вообще-то такое опасное место прям нашел себе. Ну все, молодцы. Я всех нашла. Если вам понравилась моя игра прятки, тогда ставь лайк и подписывайтесь на канал Тутон, который... Всем пока, лайк.